Функционирование предприятий и их кредитная поддержка со стороны банков, особенно по крупным системным организациям, где большая численность занятых и которые пострадали из-за этого коронавируса, меня волнует так же, как и вас. Прежде всего, вопрос, что с экспортерами, как идет выполнение обязательств и работа с валютной выручкой. В марте, апреле, мае были отдельные жалобы предприятий, что банки снижают лимиты перекредитования. Кредит гасится, но нельзя получить снова хотя бы ту же сумму. Павел Владимирович, я не знаю, как там обстоят дела, но я вижу по этим буржуям в Газпромбанке. Миллионы выводили за пределы страны, никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда-то мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах. Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты. Ухудшаются условия по новым займам, кредиты растут. Предъявляют избыточные требования, не идут навстречу по реструктуризации старых долгов, хотя бы в качестве временной передышки до конца года. Боятся за свои, наверное, немалые бонусы и премии. Я еще раз, Павел Владимирович, вам 25-й раз публично вас предупреждаю, забудьте про свои бонусы, не вы лично, а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль, никаких бонусов, никаких премий. Там бедных нет. Это касается особенно этого года.